о профессионализме. Я уже говорил когда-то, что если ты приглашаешь каждый день себе в эфир, если ты забиваешь эфиры экспертами, место которым, ну, к примеру, на заводе, на фабрике или на ферме лучше всего, где-нибудь в доильном цехе, то, значит, со временем они начнут нести такую ахинею, которая не будет налазить тебе на голову. Маленький пример сегодняшний. Але треба спостерігати, дійсно йде повідомлення і про зміну, про певну зміну серед бойовиків ЛНР і ДНР. Ми вже читаємо, що і начебто пан Мозговий вже дав дьору з окупованої території, і зміна влади верхівки ДНР іде. Я думаю, що це добре. Но даже не это главное, а главное то, что сидят ведущие, смотрят и кивают головами, не могут спросить, послушайте, это того Мозгового вы имеете в виду, которого убили? Но никто ничего не спросил. Вот я думаю, что если бы все те, кто разжигали эту дебильную войну своими вбросами, сбежали бы туда, куда сбежал упомянутый человек, наверное, всем стало бы лучше. Ну, не жестко, не сказал.